Казань попрощалась с международным футболом на целый год. Мы вспомним, какие эмоции придали приезжие болельщики нашему городу. Начнем с первой игры, в которой встречались сборная Португалии и Мексики. Улица Баумана была взбудоражена гораздо раньше начала самого матча. Балом правили мексиканские фанаты. За день до встречи на Казань-арене наша съемочная группа подглядела за ними в баре, где представители страны сомбреро и кактусов болели за сборную России. Матч на Казань-арене получился весьма эмоциональным. Ничья в концовке встречи с явным фаворитом добавила положительных эмоций всему стадиону. Кроме португальских фанатов, естественно. А заканчивался Кубок Конфедерации в Казани матчем полуфинала Португалия-Чили, в котором также ярко показали себя чилийские болельщики. Они были абсолютно везде, и в центре города, и у входа на стадион, и в телекартинке. Да и сам матч закончился положительно для большинства присутствующих на стадионе. Можно с уверенностью сказать, что Казань успешно справилась с испытанием под названием Кубок Конфедерации. Остается ждать главного – чемпионата мира. Александр Дегтярев, Роман Полинсков, Универньюз.